Встречайте, боец синего пояса, представляющий Омскую область, Артём Илющенко! Не урони, Саша. Дамы и господа, уважаемые болельщики, представляем участников финального поединка весовой категории до 55 килограммов. Боец с красным поясом занимается рукопашным боем с 2007 года. Победитель чемпионата России 2015 года. Мастер спорта из Новосибирской области. Встречайте, Артём Ганалов! Его соперник, боец с синим поясом, занимается рукопашным боем с 2010 года. Победитель чемпионата МВД России 2017 года. Представитель сборной команды МВД России и Омской области. Мастер спорта Артём Илющенко! Представляем судейскую бригаду данного поединка. Рефер, руководитель ковра, Куфтин Игорь, Нижегородского области, судья всероссийской категории. Рефери, Голышев Валерий, Калининград, судья всероссийской категории. Боковой судья, Подгорный Александр, город Курск, судья всероссийской категории. Саныч сейчас задачу, а? Кровь же болит. Без оценки. Это он к нам сел. Все, я тебе записал твой разговор, там все слышно. Руслан, скажи, чтобы не заставил. Без заставки. Двигается по кругу все время. Большой синий поясом. Замечание за нарушение правил ударных поясов. Без оценки. Судушек.
Стоп. Прошла первая половина поединка. Определите поле активного бойца. Боец красный пояс. Синим он показал. Он же синим показал, слышишь? А почему красный сказали? Дар защиты. Бойцу с красным поясом объявляется замечание за нарушение правил данного же пояса. Пакет. Там есть что? Нет. Пакет. Дар защиты. Замечание бойцу синим поясом. Выход за границы ковра. А когда синего оценивать будет? Пауза, да? Ты нажимай стоп. Ну там, ну Саночку попросил. Дамы и господа, уважаемые болельщики, в это бою победу одержал и стал чемпионом России по рукопашному бою 2017 года.